Добрый день, друзья, гости моего канала. Хочу вам показать, каких красавцев мне сегодня привезли. Это ливенские, два петуха, один постарше, один помладше. Вот такие вот. Я их посадила к уткам, пока, чтобы они акклиматизацию здесь прошли. Потом уже посажу. Дней через 5, я так думаю, я посажу их курам. Вот такие красавчики. Красивые большие петухи. Они боятся, конечно. Ну, правильно. О, видите, что творит? Что творит? Куда лететь собрался? Будете сутками жить. 5 дней. А потом пойдете к курам. Прячутся. Вот такие вот. Вот тот поет. Вот этот поет петух большой. С большим сережками. Вот этот вот. Он поет. Тот нет, не поет. Буду наблюдать, смотреть, кто у меня останется. Ну, это новая кровь для моих кур, поэтому будем смотреть. Пусть сидят здесь. Пойдемте. Я зашла их чисто посмотреть, что они, потому что вон они, утки наши. Утки-прибаутки, тепло сегодня. Вот они, красавчики, загорают здесь, хорошо им, хорошо, конечно, попрятались и сидят. Ну, Беляш, облинял, какой стал белоснежный, а та он намылась, сушится. Сушится уточка. Наверное, она неслась. А может, занесется. Но прихорашивается. Прихорашивается. А где же еще? Где они? Тепло, хорошо сегодня. Не то, что вчера прям. А, вон она. Вон они две. Где? И Павловка вышла с ними. Ходит. Две павловки, летучки, они летают. О, наше чучело надо убрать уже. Уже надо убрать. Вот это. Три павловки здесь. Компост из-под деревьев. Ну, павловки, я смотрю, они не очень разгребают. Они вылазят, но не очень. Вот они уже увидели меня. Бежать. И утки ходят. Да, сейчас я вам открою калитку. Не убегайте. Сейчас открою. Петухи снова здесь с курицей. Они перепрыгивают сюда. И вот этот листовидный у него гребешок. Ну, они младшие. Эти младшие. Гуляют. Сейчас я загнать бы их. Ну, и что вы сюда залезли? Вон она бежит. Бежит. Ну, сейчас я тебя выпущу. Испугался. И курица с ним. Давайте, выходите. Выходите, ребята. Чернуха идет. Была в сарае. Давай, выходите. Пошли. Пошли выходить. Ух ты, красавчик. Ну что, Чернушка, куда? Ты туда не пойдешь? Нет, не надо, там утиная. Чернушка. Красивый петух, светлый. Но если бы он был им не родственник, я бы оставила. Но все-таки они родственники.
Грязно, дождик шел сегодня. Шел дождик. Ну, Чернуша, вот такое небольшое видео вам о петухах. Вот, поет. Видите, поет. А я читала в описании, что им мало присуще пение. Ну, наверное, мои вот я не слышала, чтобы они пели. Ну, может, пока еще не созрели. Пока маленькие. Вот они, красавцы. Красавцы, но они мощные. Они мощные. Оно видно, что им уже месяцев 7-8, наверное. Большие. Большие куры. Петухи. Вот такие вот. Ладно, будем держать. Смотреть. Будем смотреть. Может, кому-то потом своих продам. Кто захочет. Ливенских. Видите, какие большие. Вообще их заявляют, что 4,5-5 килограмм петухи. Мясо вкусное. Это полностью оформленный петух. Даже своих молодок что-то под него пускать сейчас что-то не очень хочется. Они еще маленькие. Им-то 5 месяцев вот 10-го будет. А эти уже, они начнут их гонять. Ну ладно, будем смотреть. Пусть сидят пока здесь. Сутками будут сидеть. Попривыкнут. Так что вот такие новости у нас сегодня. Вот он, красавчик, расхаживает, расхаживает. А утка намылась, накупалась, стоит сушится. Вот такие новости на сегодняшний день. Всего вам доброго, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Всего хорошего.